Хей, йоу, гайс, в мишмеке мы продолжаем родить игру под названием The Binding of Isaac Attributes Plus. И сегодня мы поиграем в мод, который называется Gifted Challenges. Я не знаю, челленджер, да? Сейчас посмотрим. Элли, да? Да, вот Gifted. Ну давайте сыграем. О, давайте. Это, знаете, типа подарочки, что же внутри. И там синяя муха тебе дается. Ты такой реролишь, думаешь, ух, когда же что-то вкусное выпадет. И ты понимаешь, что там снова будет гиф. Ну блин, в основном, что здесь? Это то же самое, что обычное, просто... Ну все, мы проходим. Мы проходим вот так. Ой-ой-ой. А в обычного Айзека я не помню еще, как играть. Окей. Ну. Пипец. Вообще непривычно. С обычным Айзеком. Я забыл, что тут зажимать можно. Поэтому меня и накоцали. Бац-бац-бац. А, это ж не считается как для этого. Достижения ничего такого не буду давать. Ну, хотя бы хп дали. Хороший босс в начале. А, это который не плюется, а пуляет только пауками. Ай. А, не, нихера. Что-то он тоже наносит. Нам хотя бы хил дали. Бум! Плюс хил. Я помню, как гифты работают, поэтому... Вот, допустим, шипастая комната у нас. Ну что думаете, я не знаю, как работает гифтики. Конечно, знаю. Это, знаете, ваши глаза, когда вы ждали всю ночь подарки под новогодней этой елкой. По идее, этот мод я еще давно скачал. Потому что я думал, что это новогодний, типа, мод, знаете, типа, пыры-пыры. Скоро Новый год, типа, думал, ух, замучу. А, нихера. Нихера подобного. О, упс. Упс. Пупи-пупи-пуп. Вау. Это очень хорошо. Удача, это очень хорошо. Опа. Опа. Мне повезло то, что я не получил там демага. Демага. Так, у меня уже плюс предмет в магазине. Так, адская сделка. Плюс гифт. Хорошо.
Это очень хорошо. Чем? А я сейчас, короче, возьму. Хотя. Давайте, наверное, на всякий случай сразу возьму с собой подарок. Или там одни подарки будут. Даже на боссе. Ну. Не на боссе имеется в виду. А на этом. Сатане. Если подарки, тогда я, в принципе, могу не тратить деньги. Либо я могу потратить деньги, хотя... Посмотрим. Но довольно специфически. Потому что я могу сделать себе имбу. Ой. Сейчас посмотрим. Так. Ага. Да. Телепорт к боссу. А как это понимать? Типа, я вместе с подарком вошел. И у меня все еще есть подарок. Найс. Nice. Типа, не буду ж я. Ну как. Подарок, типа, портить. Нет, конечно, я пойду в шипастую комнату. Убью этих плохих парней. Заюзаю подарок. Получу мантию. Что дает мне что? Правильно. Дамаг. Заходим в магазин. Что мы делаем? Мы это взрываем. Потому что все равно здесь везде подарки. Покупаем подарок. Замечу, что мы его взяли, но он и остался там. Хороший предмет. Ну, в принципе, у нас с вами кокулька. Поэтому можно фармить монеты. Ну да, с подарком, в принципе, не повезло. А что, есть шанс, что может говно попасться? Прикольно. Типа, тогда лучше открывать, знаете, осторожно. А знаете, что это? А, это сломатая игра. Бомбы тут у меня есть. А, предмет же бесконечно не будет падать, точно. Ну, в принципе, без разницы. Потому... Плюс хп. Плюс хп. Адская сделка у нас все еще в активе. Так, берем подарок. За место какашки. Какашка у нас тоже превращается в предмет. Идем к боссу. Жалко, что я с помощью этих какашек их не... В смысле, не открылось ничего. Сейчас обидно было. Ладно, идем тогда в шипастую комнату. Так, бац, лезвие,
Rob Souls Hearts. Телепорт. Подарок. Возвращаемся, как раз заберем этот карточку. Бац. Плюс еще сердца. И все, у нас уже имба. Ну, забираем. Ай, жаль. Жалко, что нельзя было знать, типа, чтобы он постоянно стакал. Так, здесь можно бэйби, когда выбить? Я не помню, что карта дает. Что дает карта? Сейчас мы здесь заюзаем пробел. Плюс еще дамаг. Ну, только на один глаз. Плюс еще дамаг. Покупаем подарок. Выходим. Ладно, пойдем в шипастую комнату, так уж и быть. Заходим, юзаем. Получаем 100% сатаны. Еще круче. Все, ребят, игра сломата. Это что значит? Челлендж выполнен. Все, поехали. У-у-у, да ладно. Привет. Ладно. Теперь я могу, ребята, забирать подарки и туда бегать. Имеется в виду в адскую комнату. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, дамаг, да, типа есть, но мне его все равно не хватает. Ай-яй. Я забыл, как работают эти чилики. Тихо-тихо-тихо. Souls Hearts. Окей, заберем. Дегаз. Дегаз. Так, damage. Так, забираем. Солнышко. Готово. Да ладно. Да ладно, подарочек за 7. Так, возвращаемся за картой. Идем мы с вами, короче. Ой-ой-ой, забыл, тихо, сори. Я же просто бежал ломать игру. Мы и так бежим туда. Ай, блин, а мне деньги нужны. Плохо. А здесь вот плохо, потому что мне нужны деньги. Готов. Комната какая? Райская. Заходим.
Ох. Бац. Уголь. Найс. Бац. 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 Здорово. Снова мы встретились. Бац. 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 Вот это вода. Бац. Бац. Еще один черный уголь. Зачем мне два черного угля? Так, теперь идем в магазин. Хотя. Хотя. Да, мы идем в магазин. По пути взорвем стену. А что если я все в секретке взорву? Мне полет просто нужно получить. Желательно бы сейчас. Но комната не закрывается, когда у меня. Так, рулон. Ну блин, это два прожимания снова же. Рулон. А мы можем в секретке, слушайте, активировать, типа. Типа. Флэп. Получим дохера ключей. Флэп. Получаем 25 монет. Покупаем. Активируем. Покупаем. Активируем. Типа предмет дерьмовый, да? Покупаем. Активируем. Предмет дерьмовый. Берем. Заходим. Активируем. 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 Так, плюс ХП. Souls Hard, Play Hard нет. Уголь. Уголь. Бомбы нет. Нет. Так, мне нужно чисто тебя взорвать. Мне нужно по скидке. Линза. Гриб. Уголь. Нет. Давайте сходим тогда еще вниз. А, может быть, я успею на арену. И там будут денежки. У нас тогда будет 5 подарков. Но вы видите, уже все сломато. Типа, что-то я так и не подумал, что я могу, в принципе, не брать один и тот же предмет. А делать таким вот образом. Так, все, мне уже там хватает на подарок. Это последнее будет. Давайте что куплю. И будем пытаться выбить хороший предмет. Ну, я пытаюсь это сделать в секретной комнате. Потому что там может выпасть что-то да еще пригодное. Хрип. Амногарпи. Лопата. Black Hearts. Fly, полет. Ну, в принципе, полет можно взять. Давайте еще попытаемся. 99 бомб. Маска. Гримуар. Здесь мы как делаем? Берем книгу. Меняем. Так, это у нас... Ух, лазер не-не.
Так, это депресняк. Нет. Синтол. Говно. Work damage up. Нет. Говно. Oculus Rift. Палец. Лифчик. А легкой монстра. Не хочу. Бэйбик. Амно. Нож. Доп жизни. А дабл-дабл. Дабл-дабл, ну хорошо. Кексик нет. А, follower else. Forever along. Минус все статы, что ли, сделать. Опа. Еще хорошо. Уголь не нужен. Подвозники не нужны. Возьмем. Гвозди возьму. Зуб нет. Нет. Можно, знаете, попытаться выбить еще монетки 25. Нет. Нет, ну типа плюс дамаг, да, был, но... Хотя... Нет. Нет, у меня уже уголь есть. Мы сейчас такой имбу соберем. Нет. Нет. Да. Ух, чет. Ну все, типа, считайте, этот забег тоже выигран, потому что у нас 53 урона, это с одного глаза. У нас с вами, блядь, два глаза. Поэтому и... Ну, вы понимаете. Благодаря короне мы еще будем быстрее все делать. Сразу идем на арену. То, что они медленно... Ай-яй-яй. Медленно летают, когда... С иглы. А чё мне полное сердце отнял? Не-не-не-не-не. Контроль бомбы не хочу. Идем далее. Для меня... Лучший вариант это оратька комната. Так, наверх. Чисто разнос. Подарочек забираем. Еще пригодится. Монеток мне не дают. Ну вот как раз монетки, но не хочу. Куда лезть надо? Это деп-1. Получается, у меня еще будет попытка. И что за комната? Братька. Бам. Бам.
Так. Бам. Бам. Раз. Два. Три. Четыре. Ой, там полет был, ладно. Нужно было полет брать. А что я нашел? Уголь. Щит. Грааль. Беру. И лапграуть. Нет, щит возьму. Четки. Так, полета у меня еще нету. Я думал всегда, что это типа эти на глаза одевать, а оказывается это, ребят, на плечики. Ух ты. Way up. Давай возьмем. Сколько дамаг? Окей. Ох, ты ж, ё-моё. Стой, мне нужен уголь теперь? Как я понимаю. Ну, по сути, у меня уголь есть. Букворм я не буду брать. Потому что у меня так есть. Ух ты ж, ё-моё. Роллы всякие. Коробка с пауками. Да я хочу просто предмет на полет. Челюсти. Ой-ой. Я понимаю, что у меня сейчас такой урон, что может, можно даже на хашу пойти. Мне сначала нужно полет. Что так тяжело дать полет? Уголь. Угу, чтоб я взорвался, когда у меня слезы прямо около меня. Ну хватит мне, давайте рандом, дайте мне уже нормально то, что мне нужно. Я использую предмет в комнате ангела. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Ну да, уголь. Полет, мне нужен полет, и я ухожу. Давай, полет, и я ухожу. Давай, полет, и я ухожу. Это полет хороший, да. Рандом. Рандомные слезы. Рот во мне. Момент парик. Безголовый младенец. Кирка, которая меняет все наоборот. Угу. Полет можно, пожалуйста. Полет, 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 полет. Трубочка. Но я вижу, у меня релик, как угольняк не работает, потому что у меня щит изменился. Ладно, давайте уголь. Либо уголь, либо полет. Либо уголь, либо полет. Уголь, полет. Одно из двух. Либо уголь, либо полет, я другое не принимаю.
яд. Лепота. Шахид. Нет. Потому что у меня так шапка. У меня шапка. Трипл шот тоже не вариант. Токсик. Хотя токсик, слушайте, могло бы. Можно было и взять. Ладно, уголь пошли. Все. А, ясно. Плевать. У нас все равно потом еще есть шанс. О, вниз. Ну, в принципе, я могу подарок купить. Деньги у меня есть. Как раз я тогда... А, подождите, место фото тоже будет, получается. Вот это вот я не додумался. Туда я вел. Что вместо фотки тоже будет предметы. Тогда не очень продуманный челлендж. Будем честны. То есть я не... Хотя я могу сразу на сатану сейчас полететь. Что-то как ульки херово работают. Деньги. Три монетки нужно. Нужна еще одна монетка. Всего лишь одна. Несчастная монеточка. Изи монетки. Изи до хера монеток. Все, пойдемте. А, сразу покупаем. Выходим. Или там можно заюзать сразу в магазине. Потому что мне нужно два юза. И по один я должен использовать, то есть потратить. Таблетки. Я ей это взял. А, я еще не находил ее. Как будет компас? Подожди. Компас нам уже показывает, где чисто босс находится и этот, да? Золотой компас. Комната. Это последняя, алло, золотая комната. Там будет два предмета. Да, я все продумал. Я все продумал, то, что не нужно было. Не знаю. Возьму и этот. Так, мы же сказали, берем с собой на босса, да? Скорее всего, там же челлендж будет. Поэтому мне дадут еще один предмет. Блин, я не помню, она закрывается или нет. Типа воронка это. Ладно, типа у меня уже имба, камон. 246 урона. Все. Чисто.
Ой, я там полет нашел. Но уже поздно. Плюс дамаг. Я могу гарпию собрать. Я уже вижу гарпию. Так, сатаническая книга. Бэйби, плюс дамаг. Плюс полет. Изи полет. Ой, не то. Ой, не то. Все кнопки поклацал. Угольня. Гвоздик нет. Можно гарпию собрать. Го гарпию соберу. Ой, блин, а нужно было взять. Слушайте, я мог же урон. Блин, а как мне теперь? А, хотя можно. Можно запросто сделать. Блин, нужно было, слышите, взять. Фу, тихо, я чуть костет не взял. Чаби. Пектрал доска. Кулька. Уголь. Раз. Баллончик. Полеты. Малыш. Терящие эти пилюли. Хороший пробел. Бэйбик. Ой, как же это сейчас проебался. Ишь, ё-моё. Плохо было сейчас. Так, мне теперь нужно что? Полет у нас есть. А, это магнитные слезы. А хотя нужно было это, слушайте, магнитные слезы взять. Острый перчик. Конечно, у меня кикбокс увеличился. Рука становления. Лев. Лев, кажется, у нас сломает же все блоки, да? 50 уже 5, 35 минут. Мы с вами возимся. Челленджи, которые я уже мог пройти. По сути. Ладно, открываем здесь. Забираем, открываем здесь. Увеличится слезы? Да, увеличится. Ух ты ж, ё-моё. Ух, а мышь на сатану не попадем. Ладно, пускай будет. Поехали. Да не, все, теперь и тут чисто победа. Не тут. Вниз, 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 вниз. Правее. Вниз.
траве. Нихера не вижу. А, точно, у меня защита, чё, боюсь. Но сейчас будет главное не обосраться и не взять то, что не нужно. А, стоять, я ж могу сюда зайти. Так сделать. Выйти. Взять. Использовать. Берем темную свечу. Нормально. Вот если бы у меня сейчас еще были ядовитые слезы, цены бы не было. Я могу все-таки спуститься ниже, ничего себе. Не туда. Немного не туда. И готово. Готово. Ну, в принципе, все. Ох, ребятки, ребятки. То челлендж, в принципе, пройден. Он был довольно легкий. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.